Телекомпания «ВИТ» представляет. Музыкой ради собственного удовольствия, ради чужого удовольствия и ради денег. На нашей площадке эти три причины объединяются в одну, потому что таковы правила нашего шоу. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмеленко. А вот и наши главные действующие лица, герои программы, проходят к своим игровым местам под несмолкающие аплодисменты всех присутствующих зрителей и, я уверен, телезрителей нашей страны. Добрый день, уважаемые участники. Какие-то вы напуганные. Да, да, да. Широкие улыбки – это визитная карточка наших игроков. И сейчас я представлю вас, широко улыбающихся, нашей телеаудитории. Участница под номером один – Ирина Петрова. Юрист-консульт Министерства внутренних дел. Восхищается сильными и выдающимися личностями Македонским, Петром Первым и Суворовым. Она уверена, что если бы жизнь была предсказуемой, она бы перестала быть жизнью и потеряла бы вкус. Участник под номером два – Валерий Дубинкин. Работает директором службы электросвязи. Чтобы сэкономить на ремонте автомобиля и исполнить свою заветную мечту – купить небольшой остров в океане, он изучает книгу «Ремонт и обслуживание автомобиля на дому». И третья участница нашей программы – Марина Клевцова. Окончила Институт искусств. Для нее счастье – это взаимопонимание. Старается быть в курсе современных музыкальных направлений, чтобы разделять вкусы 18-летней дочери Татьяны. Замечательно, мы практически знаем о вас все. Но, что нам пока неизвестно, это ваша музыкальная эрудиция. Ирина, вы участница под номером один, а это значит, вы будете выбирать. Кино и музыка, рубеж веков, Минздрав предупреждает, мои года. Мои года? Мои года, песни о любых возрастах. С младенчества до седин. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Первая. Нота номер один. Ирина, вы что, меня боитесь, что ли? Я добрый ведущий сегодня. Может быть. При удачном стечении обстоятельств. 1250 рублей за правильный ответ. Вперед! Да, Валерий, решились. Спят мои... Спи. А, наверное, спи, приказ. Мой... Сыночек. Сыночек. Спи, мой сыночек, не плачь. Нет, что-то нет. Плавайте, плавайте, Валерий. Знаете, для начала я вас, вот для примера, я вас сейчас накажу. Спи, мой мальчик маленький, спи, мой сын. Я уже не плачу, прошло. Татьяна Буланова исполняла эту песню. Давайте, Валерия, поддержим аплодисментами. Это будет наука всем участникам не ошибаться. Арина, вы участница под номером три. Сейчас ваша очередь выбирать, прошу. Кино и музыка первая. Кино и музыка. Если знаете название кинофильма, я это приму как правильный ответ. Слушаем. Ирина, решились. Это из кинофильма «Белорусский вокзал». «Белорусский вокзал». Нас ждет огонь смертельный, но все же бессилен он. Защита! Первая мелодия. Есть. Первые 1250 рублей на счету у одного из участников. Одну из участниц, прошу, выбирайте. А можно остаться в кино? Да, конечно, пожалуйста. Нота номер два. Поехали. Да, Ирина. «Ночной дозор». Попробовали бы вы не угадать блокбастер Первого канала. «Ночной дозор» с Эмилиана. И треснул мир напополам. Еще одно радостное событие. Над Валерием зажигается свет. Валерий, добро пожаловать в игру. Вы снова на общих правах участвуете в нашем шоу. Но смотрите, Ирина уже опережает и вас, и Марину на 1750 рубликов. Прошу, выбирайте, Ирина. Минздрав предупреждает. Итак, песня о вредных привычках. Первая. Первая нота. Да, Валерий? О друзьях, товарищах. О боях, пожарищах. Какая вредная привычка?
чтобы дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Да, засчитано! Вспомним мы пехоту, родную роту и тебя за то, что ты дал нам закурить. Вот заметьте плоды от ситки. Две мелодии вне игры, осознание собственной ошибки и великолепный результат. Прошу. Мои года. Мои года. Любой возраст в этой категории. Нотка? Нотка номер три. Слушаем. Первая была Ирина. Валерий, вы опоздали. Да. А первая любовь? Вы помните, что я с Валерием сделал, да? Хотите, я сотворю это с вами сейчас? Нет. Не хотите? Тогда отвечайте. Известная, очень известная песня. Стыдно подсказывать. Мне стыдно. Раз, два, три. Школьная пора и при всякой погоде. Пропа, мы во дворах. Уважаемые участники, на этом время первого тура нашей программы подошло к концу. В этом туре были угаданные мелодии, но было много мусора и словесной шелухи и неправильных ответов. Забудем обо всем этом и начнем второй тур с чистого листа. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу зайдите на подиум, уважаемые участники. Пока тяжело складывается игра у наших сегодняшних героев, ничего, зрительская поддержка и, конечно же, любовь телезрителей им помогут. Продолжаем нашу сегодняшнюю игру. Второй тур. Надеюсь, он будет счастливым для наших участников. Еще раз добрый день и еще раз прошу вас занимать игровые места. Я вижу, что вы сделали выводы из собственных ошибок. Спокойная решимость и уверенность в себе. Эти эмоции написаны на ваших лицах. Лидером по итогам первого тура является Ирина. Ирина, вы начинаете выбор. Прошу, я слушаю радио. Маэстро, родина моя, технический прогресс. Маэстро. Маэстро песни Раймонда Пауса, 1500 рублей стартовая цена. Только попробуйте ошибиться хотя бы в одной мелодии, и я серьезно накажу вас. Поехали! А вот эта болезнь, кстати, грозит нашим игрокам, потому что они стоят столбиками, с сусликами, нет, чтобы... Да, Марина, решились. Гиподинамия. Гиподинамия, что это такое? Верно! Засчитано! И вы, если не стали лидером, то уже прочно занимаете второе место, приближаясь к Ирине. Прошу вас, Марина, выбирайте. «Родина моя». «Родина моя». Песни о России, о Советском Союзе. Все здесь. Слушаем. Можно слова из песни, да? Да. Что-то там такого за поэта, за... Категория называется «Родина моя». Скажите одно слово. Одно слово. «Родина моя», да, категория называется? Одно слово. Страна? «Россия» так называется эта песня. Ее исполнял Игорь Тальков. Второе название этой песни – «Тетрадь расстрелянного генерала». О, что-то не идет у нас игра. Почему, почему, почему она не идет? Потому что зрители отвратительно аплодируют нашим участникам. Ирина, вне игры. Валерий, выбирайте. Давайте быстрее. Нужно зарабатывать деньги. Технический прогресс. Технический прогресс – изобретение человечества. Телеграфы, телефоны, паровозы, все что угодно. Здесь слушаем. Да, Марина. Папа купил автомобиль. Где-то за городом, очень недорого. Папа купил автомобиль, верно? Есть. Аплодисментами отмечаем великолепное знание музыки. Марина. Так держать. Дальше. Ирина, еще одна штрафная. Скоро пролетит эта мелодия. Да. «Родина моя». «Родина моя». Ну да, в общем-то, за предыдущую мелодию нужно, что называется, взять реванш. Слушаем. Да, Валерий. «Еду я на родину». «Родина! Еду я на родину! Засчитано!» ДДТ, Шевчук. Ирина, вы в игре, мы вас встречаем аплодисментами. Добро пожаловать. И не волнуйтесь вы так. Ирина, все хорошо, музыку знаете. Главное, не путаться и быть уверенной в себе. Валерий, выбирайте. Давайте останемся. Останемся. «Родина моя». Следующая.
свяжется, все кажется. Нальют 100 грамм и свяжется. Две жизни. Две жизни, как две нити в узелок, да. Воздушный змей, его полет высок, лети к родимой стороне, дружок, защита! Воздушный змей, группа Дюна. Великолепно. У нас есть в категории «Родина моя» еще одна мелодия. Будем ее брать или что-нибудь другое? Давайте «Родина моя». «Родина моя», мелодия номер 4. Марина. От Волги и до... Ну еще речь, молчать, ну, зал. Россия моя, Россия. Россия моя, Россия, от Волги до Енисея. Любая защита. Марина, выберите еще что-нибудь. Давайте. Давайте послушаем радио. Радио, я слушаю радио. Песни, которые сейчас очень популярны и очень известные. Поехали. Да, Валерий. Нас не догонят. Нас не догонят, группа Тату. Есть. Уважаемые участники, на этом время второго тура нашей программы подошло к концу. Ирина, а вот теперь, да, пора уже расстраиваться, пора слегка грустить. Но эта грусть улетучится, как только вы услышите зрительские аплодисменты, которые адресованы только вам. Спасибо огромное за участие. Всего вам доброго. Валерий и Марина, увидимся в третьем туре. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. У Ирины был шанс, даже несмотря на ошибку в начале второго тура, но, к сожалению, она им сегодня не воспользовалась. Ничего, повезет в чем-то другом. Приглашаем наших участников полуфинала занять свои места в третьем туре. Шоу «Угадай мелодию». Добро пожаловать еще раз. Занимайте ваши игровые места. Продолжаем. Ну что же, некоторые волнения и тревоги остались позади, но впереди главное испытание – финал. В финале оказывается только один участник, поэтому сейчас мы разыграем путевку, которую вручим победителю нашего сегодняшнего шоу. Лидером по итогам первых двух туров является Марина. Марина, заиграли великолепно во втором туре, так держать. Вы начинаете торги после моей подсказки. Торжественное посвящение великому сыщику. Прошу. Валера, я угадаю эту мелодию 7 нот. Я угадаю 6. Я попробую угадать эту мелодию с 5 нот. Угадывай. Угадывай. 5 нот торжественного посвящения великому сыщику. Да, Марина. А Шерлоке Холмсе мелодия. Тема из кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Да, зачитана. 1-0 в вашу пользу. Вы, наверное, ждали чего-то более сложного. Нет, 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 ответ был на поверхности. Подсказка номер 2. Кстати, а вот эта мелодия будет посложнее. Песня веселых обитателей далекого побережья. Марина, прошу. Володя, я угадаю эту мелодию 7 нот. Я попытаюсь 6. Попробуй. Попробуй. 6 нот песни веселых обитателей далекого побережья. Тимбухту. В далекой бухте Тимбухту, совершенно верно. Есть дом у Сары Воробов. Счет становится 1-1. Великолепный ответ. Подсказка номер 3. Знаете, ну уж, коли я стал уже так давать маячки, достаточно простая мелодия. Песня, способствующая изучению таблицы умножения. Валерий, прошу. Я попытаюсь угадать эту мелодию 6 нот. Я попробую с 5. Я попробую с 4. Пожалуйста, угадай. Угадывай. Песня, способствующая изучению таблицы умножения. Марина знает, Валерий, отвечать вам. Это очень обидно, когда я произнесу название этой песни. Раз, два. Ответ, версия 3. Дважды 2, 4. Дважды 2, 4. Это всем известно в целом мире. Сейчас становится 2-1. Подсказка номер 4. Песня, в которой слишком часто упоминается перетруженный предмет обихода. Прошу, Марина. Валера, я угадаю эту мелодию 7 нот. Я попытаюсь 6.
Я попробую с 5. Я попробую с 4. Пожалуйста. Угадываем. Песня, в которой слишком часто упоминается перетруженный предмет обихода. 4 ноты. Раз, два, три. Тюх, телевизор. Тюх, тюх, тюх. Разгорелся наш утюг. Сейчас за нами затряднем в пользу Марины. Валерий, ну проиграли. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Нужно расстраиваться по другому поводу. Аплодисменты зрителей. Да, вот теперь они зазвучали так, как им должно звучать в нашей программе. Это все адресовано вам. Спасибо большое. Всего доброго. Марина, увидимся в финале. Зайдите на бой, уважаемые участники. Тюк-тюк-тюк-тюк, разгорелся наш утюг. Песенка веселая, но иногда коварная. В случае с Валерием это подтверждается. Марина Клепцова через несколько мгновений появится в студии. Готовьтесь встречать аплодисментами. Она уже в студии, в павильоне, занимает центральное место. Мы аплодируем и желаем победы. Марина, поздравляю, вы стали победительницей нашей сегодняшней программы. Но вот денежек не так много. Единственное, 11 768 рублей. Но помните, были ошибки у ваших соперников, были пропущенные мелодии. Давайте увеличивать ваш выигрыш, тем более, что ваша 18-летняя дочь Татьяна не поймет маму. Она скажет: мать, ты учила меня побеждать, ты учила меня двигаться вперед, а сама-то что натворила в финале суперигры? Готовы? Да. Мы желаем победы и удачи нашей финалистке Марине Клепцова. Вперед. Ахсамара городок. Ахсамара городок, защита! Первое угадано. Очень хорошо. Дальше. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Марин, вы знаете, что нельзя ошибаться в суперигре. Но вы знаете также, что ведущий, как правило, первый раз закрывает глаза на это. Вот закрыть мне сейчас глаза, не закрыть мне глаза. Закрыть. Закрыть мне глаза. Закрыть глаза, да? Вот закрыть. Ну хорошо, я закрою глаза, но за это не буду вам подсказывать. А давайте пропустим эту мелодию, потому что это очень известная мелодия. Ночь коротка. Спят облака и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Засчитана! Есть! Дальше. Это такие проходы между домами, да? Длинные улочки московские. Улочки московские, да, я люблю вас. Улочки, улочки, шкатулочки. Есть. Дальше. Пропустим. 15 июля действие происходит. 15 июля. Поет грузин, грузин, грузин поет. Красавец, талантище. Действие происходит 15 июля. Плюс-минус 2 дня. Дальше. Марина Клепцова, к сожалению, не выигрывает суперигру, но мы аплодисментами все равно поздравляем ее с окончанием сегодняшнего шоу. Татьяна, не корите мать. Мама сделала все, что могла. Просто повезет в следующий раз. В следующий раз все обязательно встанет на свои места. Так вот, какая ты песня, которую написал Вячеслав Добрынин, исполняет ансамбль «Синяя птица», завершает наше сегодняшнее шоу. До новых встреч. Счастливо. Пока. Все развеется, как дым.
ошибки быть не может. Я сам сегодня видел, ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот, какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты, ты подарила и разбила ты. Была ты всех на свете ближе. Лишь вчера я верил, что тобою я любим. Но лишь глаза прикрою и вижу, снова вижу, как ты с другим идешь с другим. Так вот, как от этой красоты. Этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты, ты подарила и разбила ты.